Что ты выбрал? Букет тебе. Спасибо. Красивый букет. Ну-ка, дай понюхаем. Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои дорогие виртуальные друзья. Сегодня я вас беру в магазин. Мы закупаемся продуктами и хочу вам немножко показать, что у нас есть в Германии, какие продукты, какое у нас изобилие и почем. Очень изменились цены, радикально повысились, особенно на мясо. Смотрите, сегодня хочу вас проводить по магазину. Это знаете для чего? Это чтобы рыбью чешую счищать. Так, а это устрицы раскрывать. Цены. Ну, все вот лежит вот в таком порядке. А это, знаете, с рыбы косточки эти вытаскивать. Когда, чтобы было чистое филе. Это для цитрона, для лимона. Такие полосочки вычищать с кожуры. Ай, какое острое. Вот, показываю просто, что есть. Это, наверное, даже для морковки можно полосочками вычистить. И цена вот в таком порядке. Это для мороженого, чтобы шарики получались. Цена 19 евро. Хотела я вообще себе купить вот такую шумовочку. Стоит она 30 евро. Ну, посмотрю еще. Считаю, что дороговато. Кастрюли, ой, сковородки. 41, вот эта вот большая, 59. Сколько тут сантиметров? 32. Это 53, 28 сантиметров. Много что тут есть, конечно, в этом магазине. Так, снимаю. Немножечко, чтобы вам показать. Если что, можете приостановить видео и посмотреть цены. Разные щипчики, разные шумовки, поварёшки. Для ингвара, смотрите, вот так натирать. 8,40, 91. Это вот для орехов, если толченую картошку, я всегда натираю мускатный орех. 4,20. Смотрите, вот кастрюли от фирмы Свиллинг. Очень хорошая марка и очень хорошая кастрюля. Ну и цена у них, конечно, соответственно, не маленькая. $249. Вот такая кастрюля. Так, вот уже хорошие чугунные. 184. Это 154 поменьше. Сколько тут литров? 1 литр. Да, ну больше тут, наверное. Не вижу. Ну, я думаю, 3 литра. А тут, наверное, 6 литров. 202. Когда стейк делаешь, температуру измерять 22 евро, 23 даже. Разные шумовочки. Цены, я надеюсь, вы видите. Посмотрите, вот сейчас модные вот такие. Ну, вот такая посуда. Красивый цвет. Но я должна сказать, что у нас
пару раз она в посудомоечной машине лопнула. Вот тоже красиво, посмотрите, какая тарелочка. Качество, конечно, я думаю, что здесь не Розенталь и не Майзен. Тут цененная. По 5 евро. Это вот для китайского супа. Ложечка 5 евро. И 12 евро сама чашка. Уценили ее сейчас на 5. Вот, вот такая. А это почем? 30 евро цененная. А стоило... 49. 5 евро. Вот такая. $12. Ну, для главного блюда красиво выглядит. Насколько они прочны, я не знаю. Около 20 евро, и тут всего две штуки. Да. Вот, наверное, для красного вина. Для воды. Красиво. Все около 20 евро. 20 евро стоит. Это для вот сюда лед и для шампанского. Такая чаша. Нахтман. 48 евро. Такой набор. Из 12 бокалов состоит. Вот таких. А это 12. Два таких бокала для шампанского. 12 евро. Но это, наверное, для бордо, для красного вина. 15 евро. Два бокала. $22. Ну, такое прессованное. Да, прессованное видно стекло. Это не хрусталь. 12. Из 12 бокалов этот набор состоит. $22. $24 для коктейлей. Ну, тоже стекло. В таком желто-розовом оттенке. Ну и тут, конечно, царство разных алкогольных напитков, шампанского. Смотрите, возле каждого напитка не буду останавливаться. Ну, вы видите, какое изобилие напитков алкогольных. И эти ряды продолжаются и продолжаются и продолжаются. Ну вот и продолжаются дальше. Тут уже более такие шампанское. Сейчас я вам покажу, сколько стоит шампанское. Просто смотрите вот цены. 111-112, ну, 111 евро. 1,5 литра. 51,16, 0,75. 29, ну, тут, конечно, 0,375 миллилитра. Тайтинга. Розовая 45.
Белая 35,69. Майот 53,54. Цены повысились. Заметно повысились. Ну вот. Тут дальше идут вода, минеральная вода, газированная и негазированная. Смотрите. А тут разные порошки. €24, €29. Такие два больших бутыля. И вот тоже все. Порошки. Разные жидкие, сухие. О, сейчас я возьму фруш. Эту марку, знаете, советуют даже врачи, детские врачи говорят, у детей нету аллергии на эту марку. Ну, я давайте попробую, потому что у меня дети чувствительные. Сейчас возьму. Тут есть... смягчает, чтобы, например, полотенца ваши после стирки были мягкими. Сейчас я возьму и поищу средство для стирки. Это просто смягчающее средство, а сам порошок или жидкое средство для стирки белья. Сейчас я посмотрю. Так, а это сколько стоит? €54. Беру, например, 6. Я Первуль очень охотно пользуюсь. Или шелк. У меня очень много одежды из шелка. Вот перзильван уцененный на 13,67. Так, сколько здесь литров? Литров 5, наверное. Не вижу. Смотрите, я нашла 3,92 € от Фрош. Она тоже, между прочим, органика. С алоэ вера, а есть мелиссо-цитрусовая. Беру и проверяю для вас и для себя тоже. Наши врачи советуют, детские врачи. Смотрите, беру и вот это вот против бактерий и вируса. Стоит €7. Сакротан. Есть маленьких, но возьму большого. Удаляет запах, особенно если когда спортом люди занимаются, дети, подростки. Ты уже здесь закупился без меня? Ну, как... Вишню, то вот эти послёны, помидоры. Где? А вот. Две разные дыни. Где вторая? Вот. Арбуз. Малина. Грибочки, Малина. Лисички. Ой, какая красивая. Лисички. Клубника 2,56. Виноград €59. Показываю вам все, не знаю, вам интересно это или нет, но я думаю, всем интересно, какие у нас цены. €2. Вот такая коробочка. €9 вся вот эта вот корзина. Персики. Одна штука. Авокадо 2. Такая пачка груш 2,34. €6,41. Яблоки 6 штук. Очень дорого. Это что-то, наверное. А, нет, груши, извиняюсь. Вот такая корзина 6,41, а яблоки по 2,13. 6 штук. Разные орехи. Орехи по-разному стоят. 14 €. Тут, по-моему, разная смесь. А эти по 3,73.
семечки подсолнуха. Эти всегда дорогие, 64 евро. 60 евро стоит 1 килограмм. Ух ты, подорожали, были дешевле. Мы их всегда берем. Я делаю с них песто. Это тоже разная смесь орехов. Тыквенные, 8,55, 1 килограмм. Мой совет, Паранюс, посмотрите, как они переводятся, как они называются, 9,62. Каждый должен есть по 2 штуки в день против раковых заболеваний. Изюм, 5,34 килограмма. И так далее, потому что если я вам буду все по отдельности показывать, то очень будет длинное видео. Если что, можете приостановить и посмотреть, что почем.